Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Xiaomi Redmi 7A сделать скриншот. Первый способ – это зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вниз. И делаете скриншот. Давайте покажу вам еще раз. И также второй способ – это открываем верхнюю панельку и выбираем здесь пункт «Снимок экрана». И также делаете скриншот. Найти наш скриншот мы можем в галерее, в альбоме «Снимки экрана». И здесь имеются наши скриншоты. Сюда мы можем ими поделиться, удалить или же изменить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.